Да, друзья, вот такое рабочее место токаря-карусельщика. Представьте, как можно здесь работать, когда столько стружки, она не убирается. Это чрезвычайно опасно для жизни, не только здоровья. Так что не рекомендую вам заниматься, если вы работаете на заводе, заниматься, делать свою работу в таких условиях. Лучше подождать, пока уберут стружку. Вот так.